Станислав Славович, ваш комментарий по сегодняшней игре. Ну, у меня такое чувство, что дежавю какое-то, потому что первый тайм мы владели преимуществом, великолепно играли. Во втором тайме минут 10 у меня такое чувство, что забыли выйти на игру, что ли. Поэтому привезли сами себе 2 гола и потом начали опять наращивать. Но, к сожалению, нам не повезло, а в конце пропустили третий гол. Такое ощущение, что не хватало Рыбуса. С ним, у него травма или из-за тактики? Да, у него, к сожалению, болит передняя правая приводящая, и поэтому он не играл сегодня, даже в запасе у него. А насколько Рыбуса? Ну, завтра будет у нас обследование, потом мы точно будем говорить, что. Спасибо большое.